Ребята, всем привет! И в этом видео давайте поговорим про одно интересное ICO, это Dago Mining. Так вот, что же это такое? Это то, что они производят энергию из возобновляемых источников, чтобы использовать ее для добычи, по сути, полезных ископаемых, да, и блокчейна. То есть, что здесь есть? Это зеленая энергия. То есть они производят возобновляемую зеленую энергию с помощью фотоэлектрической энергии и CSP с накоплением тепла. Также работают 24/7. Также здесь есть новые технологии, то есть зеленая энергия и новые платы ASIC с погруженным охлаждением делают их очень прибыльными. Также у них есть экстремальная масштабируемость, то есть, в общем-то, данный проект хорошо масштабируем. То, что я и говорил вам. И, соответственно, возникает вопрос, зачем, в принципе, использовать зеленую энергию. Так вот, на сегодняшний день 80% энергии, которая используется для добычи, она производится на угольных электростанциях, допустим, в Китае и в России. Также блокчейн работает с данной энергией. То есть загрязнение, полученное в результате имитации, является очень плохим, конечно же, для климата, окружающей среды. Что же делает Dago Mining? Он устанавливает свои масштабируемые и недорогие фотоэлектрические электростанции по всему земному шару. И возникает вопрос, что делает их очень прибыльными. Экологически чистая энергия, производимая собственными электростанциями технологии ASIC с погруженным охлаждением. То есть зеленая энергия – это то, что члены команды уже годами сотрудничали в строительстве и обслуживании электростанций для ведущих компаний в данном секторе. Также новые технологии, то есть у них есть возможность выбрать один из самых эффективных компонентов на рынке с высокой скоростью обновления при низких затратах. Также у них есть аккумуляционные батареи, то есть на рынке существует система хранения, которая позволяет хранить энергию, произведенную в избытке фотоэлектрическими системами, и потреблять ее в течение ночи или когда электростанция не производит. Ну что ж, далее мы видим дорожную карту данного проекта. Вот, то есть, в общем-то, видим, что есть разные этапы продажи, то есть пресейл, этапы при ICO, ICO, вот, и, соответственно, финальное распределение будет уже по окончании, естественно. Также еще, конечно же, могу посоветовать вам подписаться на обновление данного проекта. Ну, понятное дело, что цель здесь такая, чтобы узнавать все самое новое, что с ним, соответственно, связано. Далее мы видим команду данного проекта. Вот, и лишь несколько из этих людей. Это Вальтер Морелли, генеральный директор данного проекта. Вот, также это Фабрицио Салтори. Также это Мэри Джо Морелли и Патриция Мэроу. Вот, также еще есть другие участники. Это Рафаэла Арчелли, Алессандро Джулианелли, также Йогеш Радже и Джорджо Дамико. А также еще это Джесса Забала и Джоэл Манабат. Вот, то есть, соответственно, все эти люди, они так или иначе участвуют в проекте. Ну и более того, здесь легко убедиться, что это реальные люди, то есть есть ссылки на их профили, то есть Facebook, LinkedIn, либо хотя бы в одной из этих двух социальных сетей, то есть можете перейти и при желании пообщаться и, соответственно, задать какие-либо вопросы по данному проекту, если они у вас, конечно же, возникли после того, как вы находились на данном сайте. Хотя, в принципе, здесь основные данные, конечно же, и так указаны. Вот, так что, в принципе, если вас проект Dago Mining заинтересовал, то переходите на него, ссылку я оставлю в описании к данному видеоролику. Ну что ж, также я надеюсь, что вам понравился и мой обзор на этот проект. В общем-то, тогда всем спасибо за то, что его посмотрели. Ну и до новых встреч в следующих моих обзорах, где мы поговорим про другие криптовалюты.